Сегодня, 5 октября, профессиональный праздник отмечают учителя. В Старом Осколе их больше 3000. Педагогов чествовали на торжественном собрании в Центре культурного развития «Горняк». От букваря до житейской мудрости. Воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования. Сегодня все теплые слова им. От работы учителя зависит будущее, ну, можно говорить, без пафоса, будущее страны. Будущее нашей страны, нашей Родины. Потому что все то, что вы сегодня делаете, все, что вкладываете в нашу молодежь, в наше подрастающее поколение, как говорится, от дошкольного и на протяжении всех 11 лет, и потом уже даже после школьного вузовского образования, среднеспециальное, тем не менее, это мы формируем, собственно говоря, личность, мы формируем вот ту категорию людей, которые будут дальше стоять у истоков и экономических преобразований, и политических преобразований, и развития в целом страны. Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд, за то, что, собственно говоря, вы делаете будущее нашей страны. Огромные слова благодарности ветеранам педагогического труда. По случаю профессионального праздника больше 100 староскольских педагогов отмечены почетными грамотами и благодарностями губернатора, главы округа, Совета депутатов, а также Департамента образования, внутренней кадровой политики, Управления культуры области. Со словами благодарности в адрес учителей обратился председатель Совета депутатов Евгений Сагуляк. Мы гордимся вашими успехами, благодарим вас за бесценный труд, за преданность выбранной профессии, за любовь и заботу о детях. Крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и новых профессиональных высот. Благодарность Совета депутатов сегодня получила учитель начальных классов Обуховской школы Светлана Горожанкина. Я проработала в школе и работаю по сей день в Обуховской школе 26 лет. После окончания педагогического института Белгородского в 92 году я пришла в эту школу. Самое главное для меня – это дети. Они дают мне заряд энергии, бодрости. Конечно, отнимают много сил, но в то же время они меня и подпитывают, и это меня вдохновляет. В этом году столетний юбилей отмечает система дополнительного образования. В Староскольском округе в этой сфере трудятся 155 педагогов. Это хореографы, художники, музыканты, все те, кто развивает творчески детей. Больше 30 лет обучает мальчишек и девчонок игре на фортепиано Изабелла Грищенко. Сегодня она тоже в числе награжденных. Отмечена почетной грамотой Управления культуры области. Самая большая награда для учителя – успехи его учеников. Желание, стимул учиться, и когда вот у ребенка сейчас проявляется, когда он сам тянется не из-под палки, не мама, не папа, вот, а когда сам вот говорит: «Белла Ирина, я хочу, а можно я еще к вам приду?» Это дорогого стоит. Больше 1000 староскольских учеников в этом году стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсов, участниками научных конференций. 9 выпускников по результатам ЕГЭ получили 100 баллов. Часть из них обязательно продолжит традиции староскольского образования, выбрав для себя профессию учителя. Наши самые главные песни еще не пропеты. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.